Всем привет! Вы на канале Ультраданик, и сегодня Ультраданик. Сколько это можно говорить? Ультраданик. Понятно. Короче, сегодня у нас такое вот лего-кладбище. Настроение, не знаю, Вот такое настроение. И сегодня, ну, будем распаковывать, смотреть, обозревать, как всегда, да. Знаете, наборчик стоил 1000 гривен. Ну, я его купил за 500, да. Или за сколько там? Я в метре его купил. Я не знаю, с каких пор это считается продуктом, которого можно есть. Я говорил родителям, не покупайте еду, покупайте игрушки. Даже вон в метро продаются не продукты и лего. Значит, лего это продукт. И играться, и кушать. Только на больницу не хватит. Короче, вот. Что это было? Вот, как всегда, здесь у нас... Спенсер, Паркер, Джек, Мистер Брэнсон и Скелетон. Короче. Короче говоря, будем распаковывать. Нет. Вот, да. Короче, ребят, знаете... Я вчера, когда ночью лежал, смотрел телевизор, я смотрел советский мультик. И я не знаю, что теперь в советских мультиках. Как такое могли показывать? Это вообще нормальный мультик. Короче, вот у нас есть люди, да, нормальные дети. А есть пожарные, и их капитан это живое яйцо с очками и наверху с сиреной. Это вообще... Законно? Ну, не, я не знаю, как это объяснить, но это незаконно. Вообще, что это такое? Ну, с такой мигалкой. Вау! Знаете, вот в эти ворота как-то хорошо так прокрашено. Вау, ребята! Слушайте, пока что мне все нравится. Два пакетика. Вау! Наклейки, как всегда. Вау, такие кладбища. Да, из кладбища у нас будет выходить в лицо ли скелет, который танцует. Я еще буду повторять это не один раз. Ага. Значит, для начала нам нужно распаковать первый пакетик. Наверное, видео будет долгое, но сборку все должны увидеть. Они должны увидеть, что здесь входит для... Вот, это распаковка, все распаковки предназначены, чтобы посмотреть, что там есть, как оно составляется, интересно ли. То есть, вот. А если вы поняли, типа, я хочу купить такой набор, я узнал, что тут, поставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Все по-честному. Вау. Боже, я обалдею вот от этого. Посмотрите. В прошлый раз у меня была... Мусорка, да. В прошлый раз распаковывали мусорку. Как бы это... Короче, не важно. Да, мусор. О боже, четвертая или пятая собака. Сколько можно? Уже обсобачиться тут можно. Что это? О! Сначала мы соберем... О, могилка тоже будет. Ха-ха-ха. Почему скелетон считается за фигурку? Он типа не живой. Ну, тут такое возможно. Вау, вы представляете, два ключа. С помощью этого ключа можно будет открыть дверь. Блин, дверь во втором пакетике. Ладно. Что-то нам как-то не подфартило. Если на этой коробке брак, то плюс Skull Hid Inside в мою копилочку. Да, это такой набор. Потому что если брак, то... то он очень дорогой. Даже коробка будет дорогой. Потом, хоть и обычная картонка, но брак. О, скелетик. И вот этот чувак, который... О, серая голова. Тудун, тудун. А, да, еще есть волосы. Стоп. А где голова? А, волосы почему-то тут. Это чьи волосы? А, это волосы серые штуки. Тун-дун-дун-дун. Помню эту мистическую музыку. Тун. Ну, блин, не могу ее спеть. Странно.
Вот что, сначала нам нужно собрать на 10-го Джека. И взять ему 10-й телефон. Я не понимаю, что, когда у меня будет вся коллекция Hidden Sight, а мне что, брать эти телефоны и продавать, блин, на аукционе? Там, покупать, типа, 10 гривен телефон, эксклюзив, уже... Какой эксклюзив? Ой. Ну, когда таких наборов не будет, конечно, да? Боже, ну, можно уже хватит Джеков? Образ, ну, я знаю, будут новые наборы, там, по-моему, будет новый дизайн, не помню. Там будет замок, всякие подводные лодки. Ой, нет, спойлерить не буду. Мы это все успеем распаковать, ребят. Никуда не торопимся. Деньги есть, все потихоньку копится. Сейчас отцепим ключики. Их два, чтобы если один потерял, то дверь смог все равно открыть. Скелетик будет в гробике у веселого скелета. Скелет. Так, скелетика мне давно не хватало из оригинального лего. А сейчас нам нужно взять ему наш 10-й телефон. Да. Хотя телефоны это прикольная вещь. Нет. Да, он. Правда, он снимает призрака. Вы скачали это фейковое приложение, типа вы снимаете на камеру детектор, это, как их, призраков, просто рисуют их там. Ой, да прям. Эх, интересно. Нет, не интересно. Какие волосы у того чувака, помните, который в лаборатории стал привидением? Или у него были волосы? По-моему, были. Да, были, блин. Ну там такое будет, короче, они теперь будут постоянно выпускать не призраков, которые вселились в людей, а просто призраков. Теперь там в замке будут рыцари-призраки. И подводные призраки тоже будут. Хотя они боятся воды, ну ладно. Акваланг бы надели. Да, в маяке, подожди, мы уже собрали, вот берем нашего Спенсера. Эх ты, Спенсер, любишь поедать все. Лучше не давайте ему свой телефон. Лучше не давайте. Кстати, блин, что я хотел сказать? Я вообще запутался как-то, не знаю. О, скелетик. Вот я давно хотел скелетика, я не знаю, потому что он танцует. Скелет, ну, вы поняли. Теперь руки. Вообще, бывают и черные скелетики. Ну, это... Скелеты и сушители из Майнкрафта. Кстати, про Майнкрафт. Наборчики Майнкрафта еще будут. Мы еще ни одного не распаковывали. По-моему, не распаковывали. Ой, а ноги-то нету скелетика. Что такое, что серьезно? Я пошутил, есть. Нет? Где моя вот нога? Больно ему в ноге. Не ноги, а вы ноги. Короче, вот такой скелетик. Вот, буду пугать его, хотя он даже его не пуг. Стоп, мне кажется, или это гробик? А, да, это гробик. Что-то я не понял. Хотя... Блин, очень странно. Да, это, наверное, гробик. Так, да, вот эта часть, чтобы открывать, закрывать гробик. Короче, сейчас нам нужно взять вот это. Короче, не будем затягивать. А, да, кстати, скелетику нужно ключик. О, боже. Это что, какой-то ключик из цепи? Он такой большой и зеленый светится. Мне это не нравится. Да, тогда мы в позапрошлом видео или в каком мы распаковывали Лего ФНАФ. Знаете, это не оригинальные фигурки. Так, я хотел себе заказать контроль-модуль из Sister Location. Вообще, кто не знает сейчас вот это что такое, он просто думает, что он говорит? Какой Sister Location? Так, сейчас нам нужно... О, гитарка. Стоп, она не подходит.
что меня... А, типа, нормально. Я думаю, меня обманули. Это у нас тропинка, наверное, какая-то странная. Знаете, я уже столько анимаций Лего смотрел. Ну и мои анимации по сравнению с теми, которые я видел, просто, ну, 1% крутые. А те что? Блин, ну вы бы увидели те анимации, они просто пипец, какие обалденные. Во-первых, по 10 минут, во-первых, все хорошо движется. Ну, у меня не то чтобы круто, не то чтобы плохо. Вот так вот. Так, стандартно. Стандартная анимация, которая засылает 51 раз на YouTube, потому что их уже 100 таких. В зале я не могу придумать новый контент. Это очень сложно. Я думаю, вообще, кто распаковка придумал? А я придумал не распаковку, а распаковку с приколом. Вот, новый контент. Да, ничего не изменилось. Да. Вау, ребят, сейчас мы берем вот такие вот палочки. Ребят, блин, мне ускорять или нет? Что-то скучно как-то. Потому что... Где моя деталь? Ну вот. Я потерял деталь. Теперь мы ничего не соберем. Ай-яй-яй. Неужели она тут? Мусорка, да ладно. У меня уже... Есть немного побольше. Так, ребят. Вы Лего... А, всё, я уже испугался вообще. Они меня так пугают. Они мне делают вот такую голову. Знаете что? Голова на самом деле может взорваться. Не, не тогда, когда вы съедите чью-то шоколадку и на вас наорут. А если перепонки лопнут. Я вообще, что я сейчас говорю? Реально, голова может лопнуть. Где я такое услышал? Что-то я как-то мультиков посмотрела себе. Таких. Не мультиков. Мультики. Так. Собираем. А теперь берем вот это. Вот у нас что получается. Лего, вот в чем минус Лего, ну катится. Я сейчас, когда очищал карту памяти, я пипец. У меня, короче, на видео были привидения. Короче говоря, я туда отошел взять какую-то детальку, и бац, деталька, блин, круглая, катится. Ну да, она катится, потому что она круглая, никакие не прежде. Вау, теперь мы собираем вот эти ворота, как бы. Ворота сюда. Хотите ворота? Вкуснее ворота с майонезом. Мм-ля-ля. Так. Я думаю, что мы либо ускорим, либо нет. Потому что если будет что-то затянуто, то мы немножко ускорим. Надеюсь, здесь такая запасная есть. Она мне очень нужна для самоделок. Кстати, я хотел купить себе наборчик Minecraft Dungeons. Точнее, не хотел, а хочу. Коплю. Или жду день рождения через месяц, и все. И тогда будет новое видео, и там, короче говоря, будет куча Лего. Юбилей. Как это говорится? Юбилей. Хотите юбилей? У меня будет юбилей, куча Лего. Я тоже люблю юбилей. Вау, все так продумано. Я думаю, уже не продумано. Вау, ребят. Мне кажется, здесь какие-то механизмы, как в Майнкрафте. Редстоун, повторители, компараторы, липкие поршни, наблюдатели. Короче. Как всегда. Ой, серое тело. Так можно, я придумал новые себе.
Знаете, что он делает? Он просто стоит. Да, он просто стоит на месте. Если он у тебя оказался в квартире, то... Всё. То ты уже туда не сможешь поставить столик с тортом. И не сможешь покушать его. Или не сможешь туда уже кровать поставить. Просто будет там стоять. Или можешь ему на голову поставить. И разбить его никак нельзя. Всё. Он ничего не делает, он просто стоит. Очень опасно. Просто стоит. Так, ребят. Сейчас нам нужно взять... опять я забылся, как в том ролике, где я опять сказал всем привет, с вами Ультраданик. Я вообще хотел сначала называть Турбоданик, но я увидел, что такие каналы есть. А я не хочу, чтобы... Ультраданик еще нет. Или, по-моему, кто-то уже сделал канал после меня. Или нет, я не помню. Ну, просто, наверное, подписчик такой. Вау, я тоже хочу такой канал. Знаете что, не повторяйте за кем-то. Делайте свое. Придумайте, думайте. Но лучше сделайте свое, а не повторяйте. Ну, а можете повторять, как хотите. Не моя проблема. Я думаю так. Вау, это что, ступеньки такие? Когда мы уже ворота будем клеить? Ворота... А где ворота? Ворота-то здесь не приклеится. Китайский клей купили. Зачем китайский клей покупать? Хочешь стоить гривну? Ну, лучше купить за 10 гривен нормальный. Китайский клей купили. Вообще... Надеюсь, что скелетик не заболел. Как это его? Корона? Нет. Либо коровавирус, либо бородавирус. Не, по-моему, это был коровавирус. Если ты ним заболеешь, станешь коровой. Вот так вот. Так что лучше... Соблюдайте правила карантина, который уже закончился. Надо было мне это сказать потом. Хотя я сидел на карантине, что-то забыл про ролики. Вот, простите, что так долго не было их. Есть ПЖ, пожалуйста, а есть простите, ПРЫ. Да, конечно, говорится это не прям круто. Ребят. В смысле? Вы чё? Где моя деталь, ребята? Вот всё, нормально. Так, теперь нам нужно сделать вот так. Так, Майнкрафт. Короче, я видел рекламу Minecraft Earth. Я не могу это сказать, очень странное слово. Короче, знаете, типа там... Типа там ты наводишь камеру на реальную жизнь, а там появляются на картинке зомби или криперы, или эндердраконы, которые застают в текстурах и умирают. Вот. Понятно? Вот, я, короче, рекламу такую, ну вообще ржачную. Ой, пипец, как можно было такую ржачную рекламу? Короче, смотри. Если ударить жителя или убить, голем пойдет за тобой в деревню. Ну, чтобы тебя наказать тоже за то, что ты убьешь. Короче, он типа такой бьет, смотрит на голема, убивает жителя, смотрит назад, а где голем? Такой, короче, уже он в комнате, не играет, смотрит на дверь в своей комнате, и дверь выбивает голема и идет к нему. Ха-ха, очень смешно. Minecraft Dungeons, кто не знал, это не похоже на Майнкрафт. Ну, как не похоже? Это типа сверху вид, как ты играешь. Хотя можно и в Майнкрафте обычно так сделать. Вы же знаете, типа... Ну, вы поняли, можно там в настройках делать себе лицо. Ну, вид от лица какого. Правда, вообще, я думаю, что вид от лица должен быть один. Как в реальной жизни, потому что в смысле ты смотришь на себя сверху. Это глаза,
На пропеллере твоем летают. Я что-то не понял. Что происходит? Ладно, теперь нам нужно наклеить наклейки. Так, наклейки вот... Ой-ой-ой-ой-ой, наклейки вот... Это... поломанных кирпичей. Эх, ну зачем вы, призраки, делаете тут дискотеку? Своими хлопушками тут разгромили все кладбище. Так, и наконец-то это... Нет, не наконец-то это ворота. После вот этого шага будут ворота, да? Ребят, короче, я, наверное, что-то ускорю, так что я сейчас говорю, наверное, жене. Вам повезет, если вы услышите. Короче, сейчас нужно немножко подсобирать. Ускорим, наверное. Наконец-то я это собрал. Я сейчас покажу и буду заканчивать видео. Ты уже даже проголодался. Так долго собирать, вообще умереть можно. Значит, у нас вот это кладбище. Тут у нас такой вход. Да, ворота. Тут у нас такая статуя с эктоплазмой. Вот она. Дужна для приложения. Ну, вот это, наверное, моя любимая, смотрите. Вот у нас есть гробик, да? Мы его открываем, вот там скелетик. Вообще, у него должен в руках быть ключ, но я что-то так не хочу. Вот, пусть лежит. Тут у нас вторая могилка, она, правда, вот, открывается. Ну, тут ничего нет. Такая штука. Могли бы, конечно, сделать, но... поленились. Потом еще вот такое вот, пипец какое страшное... призрачное дерево. Да. Давай еще покажу. Гробик этот скелетик вообще у него. Вот, наверное, вы там не видели, я просто не знаю. Вот скелетик. Ну, вам, наверное, не видно. Вот так. Ворота. Вот эти ворота. И статуя. Два раза всем сказал, чтобы вы увидели. Вот, не поняли. Это дерево, которое я покажу. Конечно, я могу сделать, чтобы оно на жар смотрело. Казалось, что обычное дерево, но лучше вот так вот. О, смотрите. Он еще может вот так. Еще здесь есть дверка. Конечно, ее можно открыть вот так, но так неинтересно. Мы можем взять ключик. Смотрите, да? Повернуть. И открыть. Та-дам! Там у нас просто мусорка. Или коробочка такая для веника, кирки и лопаты. Еще краник, из которого вода течет. Вот. А теперь мы делаем вот так вот. И закрываем. Вот так нереально. А почему? Конечно, обычному человечку это могло быть. Но не поленились сделать механизм всякий. Это было бы 2000 точно, что, потому что и механизм, типа он... Вот, теперь фигурки. Это голова мистера Брэнсона. Она так себе неинтересна. Это вот призрачный он. И знаете, я не знаю, даже он стрёпанный. В могилке должен лежать. Освободите место. Да не-не-не-не, он же скелетик. Паркет. Джек, который мы видели по 10 раз. Волосы вот этого чувака. Второй запасной ключик. Чтобы дефт аут. И запасная гитара. Спенсер. Наконец-то! Ну что ж, всем пока. Вы были на канале Ультраганик. Ультраганик, да. Так что Ультраганик. Так что всем пока! Я тогда сейчас выключу камеру, да? Или это уже не смешно? Я тогда выключу камеру.